То есть ему будет сложно заходить в голову вот этим способом сделать. Тут видите, он голову как бы прячет здесь. Тяжело достать, да? Ну, что мы делаем в этом случае? Смотрите, он захватил, а голову спрятал. Вот, уберу его за нос. И за глазик уже, опять же. За нос и за глазик. Еще раз, да? Вот у нас как раз устойчивое положение. Я оседаю чуть ниже. И прихватываю поверх головы, да, как бы через голову. Захватил, вот, развернул, видите. Просто ручка сразу... Ну, сейчас не делайте резкое движение. Вторую ручку давлю в подбородок и скручиваю ему шею. Можно его травмировать человека? Да? Попробуйте.